Тем временем Стефановская площадь Сыктывкара после небольшого перерыва, связанного с празднованием Дня Республики, снова открыта для движения транспорта. Это сделано для того, чтобы избежать пробок в центре города, где продолжается ремонт теплосетей по улице Первомайской. Проехать по Стефановской можно по направлению от улицы Бабушкина к улице Куратова. Движение по улице Ленина в районе площади по-прежнему остается односторонним. Такая схема движения будет работать до 15 сентября.